Здравствуйте, мои дорогие. Очередной поход. Большой ладожский водномоторный поход Чато-Причал. Мы начинаем его 2 августа. Выходим по традиции из яхт-клуба Нева. Покидаем яхт-клуб Нева. В планах сегодня дойти до Кошкина, там заправиться и выйти в открытую Ладогу до мола Пятиречья. Встречаем по пути наших водномоторников Чато-Причал. Пролетели Неву, сейчас зашли в Кошкино, заправились. И дальше идем со всей компанией. Вот. Направо. И дальше идем в Пятиречье. И вы что ли с нами? Эти вообще сумасшедшие, они из Воронежа приехали. Просто дикие. С удочками, все как полагается. Вот они. Отсыпаются тут. Володь, пошли за нами. Вот этот экипаж вообще принял решение идти просто буквально за минуты. Пока народ заправляется, мы вышли к Бугровскому немножко тут до банки железницы попробовать потроллить чего-нибудь. Ну, якобы мы поймали рыбу, скорее всего, это просто обычный зацеп. Я сказал, что я поймаю. Маленький окушочек, стыдно, конечно, но что делать? Вот как обычно, да, ребята, как обычно, ребята, вот под конец, вот мы поймали обычно траву. Сейчас вот будем показывать вам, как траву вываживают. Под сак еще не будет. Давай, в другую сторону. Вот это уже окушок. О, смотрите, ребята, какой. Отходим, о, отходим. Какой окушок-то. Ну, вот такая вот рыбина. Это уже оставляем. Да, будем есть в походе. Всех нам. Покидаем бухту далекую, мол, Пятиречье, и идем прямым ходом на остров Каневец. Подошли к острову Каневец, теперь здесь шикарная швартовка и для маломерных судов в частности. Заход обозначен. Ошвартованы в бухте для маломерных судов на острове Каневец. Ну, буквально чуть-чуть личных таких впечатлений, потому что я на Каневце был несколько раз и помню, какая здесь была пристань деревянная, вот как раз на месте того причала, где пришвартован паломнический катамаран. Конечно, здесь сейчас сделано и видно, что вложены средства, и действительно здорово. Значит, по деньгам, как я понял, 1000 рублей за швартовку с нашей лодки, 400 рублей при сходе на берег одного пассажира или 500 рублей человека за экскурсию. Оформляться надо идти вот в это красное здание, вход с торца. Два часа.
там может копейки. Братья отличались с тем, что всегда с собой забирали икону Божией Матери Чудотворную, а вот вторую святыню главную. Вырвались мы на экскурсию, собрались все вместе. Где-то на 1.5-2 часа она рассчитана. Наконец-то. Интересно то, что они вместе начинали свой монашеский специально, может, нам повезло, но вот сейчас будет концерт в храме. Пригласили нас туда. Ну, чисто вот могу сказать, что по сравнению с тем временем, когда я здесь был, велись какие-то постоянные строительные работы, а сейчас все ровно, чисто. Здорово сделано. Вот я застал еще ужасающие тут строение, конюшни, свинарник. А сейчас действительно шикарно. И вот эта дорога, мне казалось, она не была вымощена плиткой. Весь Егорск в монастыре. А затем они возвращаются через 20 лет сюда, строят небольшой храм уже из камня. Владимирскую. Заправляться будем. Ну вот как всегда, зашли в шхеру, какой-то ажиотаж, что-то там подергивание. Ну, вот такие вот сопливые ребята здесь. Вот вам и шхеры, рыбалка. Какую-то плотву, по-моему, поймали. Плотвичка какая-то идет. Ой-ой-ой. Мотор. И еще как просто выключи мотор. 350 граммулечек. Смотрите, какая маленькая. Кто это? О. Мы заходим в знаменитую шхеру, которая носит название Кочерга. Кочерга. Все ловят рыбу. Какую, не ясно. Как потом жене объяснить, откуда у меня черный волос будет на флайе? Не знаю. Не гривни. Раннее утро. Пришли наши водномоторники из Приозерска в Кочергу. Тусовка, конечно, у нас лютая. Воронеж, как всегда, отжигает. Систар пошел на Кайнасаре, за ним потянулись все остальные, а мы немножко потроллим. Воспитываем лыжников!
пришли к острову Кайнасари. Высадка на остров Кайнасари с помощью вот такой вот маленькой лодочки. Жалко, что солнышка, конечно, нет. Так бы было более веселее, что ли. Дождик нас накрывает, но мы не сдаемся. У нас есть вибасты. Во, какая коптильня это, наверное, мы так решили. Это на острове Кайнасари. Не коптильня точно. Это мина. Погода, конечно, не фонтан. Но какая есть, такое лето у нас. Забрались мы на гору Кайнасари. Какие дома на Кайнасари построили? Два вот рядом. Просто избы какие-то огромнейшие. Нормально, мы так ушатались, конечно, пешкодралом. Прогулялись, кислорода наелись, и теперь идем в Куху. У нас 36-38 было километров в час. Идем такой грядочкой. Сегодня как-то я даже не снимал. Дошли мы до Сартовалы из острова Кухка, как я уже сказал. Погода была такая свеженькая, а нынче прямо зашибись все. Тишина. В Сартовале нам, к сожалению, нигде не встать было прилично, потому что в яхт-клубе не получилось, там все забито и забыто. Удалось заправиться, но, как всегда, не всем, потому что на Роснефти не было. Топлива столько, сколько нам надо. А у нас все-таки 10 идет. Или даже, по-моему, 11. Встали вот в Шхере на входе. И решили заночевать. А завтра выйдем на остров Валаам по погоде. Так, ну у нас первые потери. Коцнули винт и оторвали перо на моторе, на редукторе. С очередью своей, как всегда, блядь. И пошел мне так, как ходил аккуратно, блядь, Ну и, блядь, и там не обозначенный на глубине, вроде белое все, да. А там, блин. Так блядь. Что, ребята, все, не верьте давай. Картам. Держи в курсе, Лёш. Ну вот такой дружной грядкой мы выстроились, чтобы дойти до архипелага Валаам. Тут буквально всего ничего, благо погода позволяла это сделать без трудностей. Сначала все как-то шли гуськом, а потом почувствовали силы, рассортировались и вперед.
скаутинга. Встать, естественно, на Валааме негде. Нам дали место для того, чтобы кинуть якоря. И вот с помощью тузика, в общем-то, на запретную зону мы переходим с помощью веревки. Давай! Идейные в одномоторнике решили привязать конец и таскают тузик. Команда лодки Систар. Два часа нам ждет Офигеть. А вот, под водой. Вот тут, вон она. Такое впечатление, что какой-то корыто здесь затонуло. Вот такое у нас движение на переправе здесь. Все, пошел наш метеор. Парни справляются без подрульки. Пока швартуемся, кофе пьем, мне кажется, метеор уже достартовал и здесь гонял. А то и два раза, наверное, обернулся. Ну, если так из советов хотите, то я рекомендую на Валаам приходить на целый день, а то и на пару суток. Прийти в пятницу, например, и уйти в воскресенье. Взять тут нормальную экскурсию, чтобы вас покатали по всяким интересным местам. На какой-нибудь машине, микроавтобусе, потому что самому тут как слепые котята будете только. Погода позволяла, поэтому обратно домой мы ломанули открытой Ладогой.